Не, Оль, мне интересно, что ты пишешь. Ну, зачем тебе это нужно? Тебе не все равно, что пишешь? Ну, а если серьезно? А если серьезно? Ну, если серьезно, ну это какое-то у тебя нездоровое любопытство, понимаешь, что дело? Ну, тут мне надо записать кое-что, вот исследование ученых я выкопал где-то. Я хочу это записать, но тебя это интересует? Интересно? Ну. Это красная тетрадь твоя, правильно? Да. Ну, а почему тут исследование ученых в красной тетради? Это жизненная философская, понимаешь? Угу. Запись. Вот мне ночью иногда что-то в голову придет, я вспомню и так далее, я иду записываю на черновичок, а потом обрабатываю это литературно и записываю. Вот я нашел такую связь ученых, где не один раз об этом говорится. Вот. Научно, да, почти доказано и так далее. Такое. Я хочу это оставить своим потомкам. Это все я пишу для потомков, все, что я делал, я для потомков делаю. Ясно, не ясно, что нет, ясно. Ну, сколько, и... времени, сколько времени ты уже эту красную тетрадь самой заполняешь? Красную тетрадь я начал здесь заниматься. Судьбой я там занимался. Ну, за судьбой мы дойдем еще. Ну. А красную тетрадь я здесь занимаюсь. Здесь у меня всякие новые мысли появляются. Ибо здесь Востока, я привык к Западу. Здесь менталитет у Гольбешеви и так далее. Люди другие, Украина, Молдавия, не столь образованная, это не Москва, не Ленинград, не Рига и так далее. И много меня удивляет, я это записываю. Что еще тебе нужно? Тебе это интересно? Если не интересно, то почти. И ты узнаешь, о чем чем говорить. Значит, после войны. После войны началась гонка вооружений. Вот. Каждая страна по мере сил стремилась создать свое новое оружие. Советскому Союзу было тяжело догнать и сесть на Америку. Почему? Потому что Америка в конце войны произвела уже ядерную бомбу и нанесла удар по Японии. Советский Союз стремился догнать. Вот. Почему стал вопрос остановления ракетных войск? Не было средства доставки. Самолет, если он возьмет бомбу и полетит к американскому побережью, так, он не долетит, его собьют. Это не средство доставки того периода. Америка это могла сделать к японским берегам. Мы же этого сделать не могли. Значит, стал вопрос о создании ракеты, которые донесут эту боевую головку сзади ядерный заряд. Вот тогда, в первую очередь, это конструкторское бюро Сергея Павловича Королева, Челомея и другие конструкторы начали работать над ракетой. Наиболее удачно это получилось у Сергея Павловича Королева. Что-то из того, что ты рассказываешь, оно это самое все еще секретно? Нет, то, что я говорю, уже не секретно, поэтому я могу рассказывать. А если было бы секретно? А то, что нет, то, что есть секретно, я еще не скажу. Почему? Потому что я давал расписки. Ну, не то расписки давал 40 лет тому назад. Не имеет там значения. Уже бумажки все потерялись. Ну, я не знаю. Нет, извиняюсь, мне такие расписки хранятся вечно. Однажды меня вызвали на собеседовании. Приехали представители и начали со мной беседовать. Сказали, о нашей беседе никто не знает и знать не должен. Распишитесь. Я расписался, что никому ничего не скажу. Они мне стали предлагать в новые войска поехать. Какие, не говорят. Но если я не знаю, какие войска, как я? Может, я не справлюсь. Мы знаем ваше личное дело. Я говорю, ну скажите хотя бы куда. Куда мы не можем сказать.
Но скажите, пожалуйста, в пределах Советского Союза или за границей? В пределах Советского Союза. Вот. Вот так вот. Сказали, я бы, нет, вы знаете, у меня жена то же самое учится в институте, я кончаю. Здесь у нас квартира, дочка маленькая, вот. Здесь перспектива у меня есть. Нежелательно. Хорошо, запишем. Так мне казалось, что все так и будет. Но тогда не спрашивали особо. С гражданки брали и направляли кого нужно. Не только военных. Никому я не имел ничего права сказать. Я молчал. Однако в ноябре месяце меня вызывает начальник штаба дивизии и говорит: Михаил Исаевич, вам немедленно надо выехать в Москву. Я говорю, что, чего, зачем? Не знаю. Вот, говорит, телеграмма. Шифрограмма, говорит, откомандировать Винокурова в Москву. Из Москвы, чтобы позвонил по такому-то телефону, когда приедет в Москву. Ему скажут, куда прийти, чего. Чтобы долго не распространяться на эту тему, меня все же определили в новые войска. Это были, когда я получил уже документы, куда ехать, все и так далее, это были ракетные войска, и меня туда направили на должность начальника группы генеральных проверок. Я в этом деле абсолютно ничего не понимал. Даже не знал, что за ракетные войска стратегического назначения, как они были созданы, кто их создавал и так далее. Вот так я оказался в новом роде войск, в ракетных войсках. Что вам сказать об этих войсках? Начинали мы с нуля. Площадки наши были далеко-далеко. В Козельске только было жилье и основная база. А площадки ракетные были, начиная 50 километров от Козельска и кончая 180. В глухих лесах, на болотах. И там мы начали создавать боевые позиции ракетных войск. К нам шла техника, строительные отряды, специалисты заводов. Вот, строили подземные бункеры, строили подземные коммуникации, командные пункты, завозили оборудование, учились вместе со всеми специалистами заводов, с научно-исследовательских институтов. Все это создавалось, новая система вооруженных. Вот объясни, вот как думаете, как можно было самое сохранить в тайне постройку такого гигантского объекта, как Байконур? Объясняю. Была разработана целая система, которая должна была обеспечить вот эту тайну. Первое. Вся работа проводилась скрытно. Стремились в ночное время, в темноте и так далее. Первое это. Второе. Для страны, в общем-то, это было поднятие целинных и залежных земель. В это время как раз шло... Кто был у власти, напомни, пожалуйста, мне. У власти в это время было... Генеральный секретарь, я имею в виду. Генеральный секретарь в это время был... Господа! Господин председатель, такой, мы живем на земле и милостью Божией. Да. И не... Начинал все это Сталин, правильно это самое, точнее Берия, верно? Да, начинал это, ну, Берия был непосредственно руководителем. Вот, да, потому что там очень много... А целиной занимался уже Хрущев? А занимался целиной Хрущев, а потом впоследствии занимался действительно уже целиной Брежнев. Угу. Так, вот. Ну, аж это, да, ну, аж это, а так это все было поднятие целины. Эшелоны, которые шли туда с техникой, они все время переадресовывались.
Вот как будто бы они идут в Ашхабад, там, на Дальний Восток и так далее. Но в какой-то точке они поворачивались. Никогда нигде не было в документах указано железнодорожное истинное направление эшелонов. Не было указано, что в этих эшелонах. Они охранялись. Так, когда я ездил на Байконур на пуске ракет, нам делали 6 переотрисовок. То есть вместо того, чтобы прибыть с запада, я в конце концов прибываю с востока на эту станцию. Не доезжая Тюратама, нас подцепляют к военной железной дороге. И они уже ведут нас по военной, гражданские уже не имеют никакой. И эти военные опять ведут нас окружным путем, пока мы не прибываем в Ленинск, туда, куда нужно. Дальше. Все люди, которые там работали, проверялись. Все давали расписку о неразглашении, что они видят и так далее. Обрести тайну, которую с тебя клятву, не знаю, как это называется, присягу, которую ты принимал много лет тому назад, это секретность, да, хранить. Это правильно или неправильно? Я считаю, что это правильно. А как же иначе? Жизнь – это есть борьба. Кто выдает свои тайны, того прочесть можно как открытую книгу. Спасибо. Как скажи, вот ты не чувствовал себя винтиком системы? То бишь, был ли ты незаменим на своем посту? Нет, винтиком системы я себя не чувствовал, но в то же время, я был именно винтиком общей системы. Я не понял. В моем деле, когда я конкретно выполнял работу, так все зависело от меня и от слаженности моего коллектива. Но в общем масштабе Союза, Советского Союза, ракетных войск, Советской армии и так далее, я был просто винтиком. Я же не знал, что я испытываю, чего интересует конструкторов и так далее. Ясно. Но меня больше, если честно, интересует работа ваших самая. Мы про работу говорить не можем. Можете. Мы ее не знали. Они уезжали. Мы не знали, что там нужно сходить в магазин, приготовить свои дела. Свои домашние дела. Да, мы свое знали. Да, мы знали, что к приходу мужа должен готов обед. Они уезжали утром на работу, на площадку и так далее. Да, понятия не имели, где она находилась. Нет, конечно. Нет. И все. А мы занимались своими делами. Работой, домом, детьми. Все, вот это было наше. А что они там делали на работе, кто знает. Таким образом, я служил здесь, в Козельске, ну, на площадке, точнее, вдали от дома, до 1967 года. Сюда же из Калинина по окончании института приехала Нина. Она устроилась работать в больницу. Вскоре открыли в поселке Сосинском новую больницу большую. Ее перевели туда заведующий отделением. Там, где я работала, и тогда-то был лес. В этом лесу волки даже водились. Потом построили там шахтерский поселок, шахту. Вот на этой шахте я работала. Больница от шахты была. И я работала в больнице с шахтерами. У меня даже иногда нужно было, я ездила на шахту, я спускалась в шахту туда. Я на площадке, Нина в больнице, а Мариночка в детский сад. Я утром встала, скорее, Марину в сад. И бежать, потому что не было автобуса, нечем было ехать. Я стояла, не знаю, сколько ждала, когда меня кто-то по дороге возьмет. И жал к себе на работу. Все, на работе я себе была как на работе. До 4 часов я работала. Потом я окончала и в обратном направлении также. Стояла на остановке, ждала, когда какой-то самосвал
и какой хочешь. Я переворачивалась на машине 100 раз. Ты что, думаешь, в сугробах валялась? Ты должна была... Военная служба, Про родителей расскажи ему. Это все очень сложно. Конечно, очень вот сложно. Я ехала на машине, колхида такая была. Да нет, я ехала и на колхиде тоже. А перевернулся в асфале. Ехали мы с шофером. На самом деле, было очень скользко. Это неинтересно. Это к военной службе не имеет никакого отношения, да? Кто стоял на первом месте? Это самое, военная карьера? Вот. Благосостояние, вот, или комфорт семьи? Ну, наверное, все же основа и основа была военная служба. Потому что все остальное подчинялось ей. И место службы, и комфорт семьи, и благосостояние. Все зависело от службы. Угу. Много вот было всего того, чего сейчас просто... Неинтересно и нереально. Я не понимаю. Ты можешь рассказать, что даже хочешь. Вы даже не понимаете, по какому решению прошлите. Вот именно. Прям счастье было. Кто-то заведовал, может быть, тем, что мы были жены офицера. А что заведовать? Но зато мы, прошли, мы сменили столько мест. Вот я лично сменила 7 мест жительства. Только наведешь уют в доме, купишь мебель, все. Только начинаешь жить. Мебель она купит. Мебель. Нет, в одном месте мы покупали болгарскую мебель, а потом продали ее за полцены. Это когда? До Козельска, что ли? Это было до Козельска. Это было до Козельска. Это было до Козельска, это было в Белеве. Это было в Белеве. А как ты считаешь, легко было жене и самой и дочери? Ну, дочь была маленькая, она не понимала. А жене было сложно. Естественно, сложностей было очень много. Ибо жена любого офицера, тем более офицера в закрытом гарнизоне, вот, тем более зная, какому риску мы подвергались, потому что все эти гибель людей, военнослужащих, поездки, командировки, связанные с таким топливом и все остальное, до них доходило, и они знали. Хотя конкретно ничего не знали, но отзвуки были. Его интересует площадка, его интересует район. Это то, на что мы не можем ответить. Это то, что мы не знаем. Конечно. Мы не знаем. Так должно было быть. Мы там никуда не были. Нас туда не возили, не разрешалось, запрещалось. Вот. Мы знаем, что это было где-то далеко за Козельском. Но где конкретно эта точка была, мы не знаем. Вот ракетные войска стратегического назначения, верно? Да. Что значит ракеты стратегического назначения? Что значит? Что это такое? Это значит те войска, которые в случае нападения могли отбить это нападение, уже они были очень надежны, эти ракеты, понимаешь? Да. Вот все, что я могу сказать. То есть мы знаешь, что наша готовность служит, когда мы знаем, что мы как-то были спокойны за свою безопасность, зная, что наши мужья находятся на такой службе. Чувствовал ли ты свою ответственность? Вот. Или это была так называемая неизбежная жертва на благо Родины? О Боже упаси, ни в коем случае. Все принималось в первую очередь для того, чтобы люди не пострадали. А люди страдали, люди гибли. А люди гибли, и за это действительно люди страдали, то есть несли ответственность. Ну, то, что при этих испытаниях всегда везде гибли, любые испытания требуют риска, всем известно. Дедуль, скажи, пожалуйста, а в чем заключались твои действия после установки ракеты на пусковой стол? Вот солдатики, им подана команда с командного пункта оттуда. С командного пункта, с бункера. Угу. Я подаю команду, приступили к заправке.
Командир отделения Горючо подает команду. Отделение Горючо, приступи к заправке. Подбегает 4-5 человек. Специальный шланг есть такой. Он на подводице, там не в руках, он тяжелый. Подключают к ракете. Замыкается сигнал, лампочка загорается. Командир расчета говорит... Командир расчета где находится в этот момент? Около ракеты. Угу. Вот. Командир расчета докладывает начальнику отделения, кто в бункере со мной. Так? Вот. Начальник отделения докладывает. Это самое. Система горючая подключена. После этого, когда все подключен, я подаю команду. Это самое. Провести проверку коммуникаций. Проводит, Шупляков повторяет, привести и так далее, и так далее. И так все, пока, в конце концов, ракета подключена к пуску, готова. Все доложили Шуплякову, Шупляков у пульта пуска, так, докладывает мне. После этого я докладываю этому самому старшему начальнику, который там есть, потому что он должен во Владивосток, там еще там где-то Хабаровск, еще на эти точки, пункты измерительные, забыл, пункты, кто засекает и так далее. Так ему доложили, и он, значит, это самое докладывает. Производим пуск, приготовиться. И те на Камчатке, везде все эти точки все засекают, готовятся, что ракету надо будет ловить. Траектории и так далее. Когда доложили все, что готово, я ему доложил, ракета к пуску готова, он подает команду. Михаил Саевич, пуск. Я подаю команду Шупляков. Ключ на пуск. Шупляков повернул, докладывает. Ключ на пуске. Дальше я говорю. Пуск. Он поворачивает, загораются все лампочки, он говорит. Первый пуск. Все, ракет полетел. Измерители все начинают следить, смотреть вот за ракетой, куда она летит и так далее. Вот мой вопрос тебе. Ага. Ты 27-го года рождения, верно? Точно. А я 80-го. Точно. Вот. Мне кажется, немножко странно, что ты в своем возрасте, ты, как называется, диван таскаешь. А? Постучали. Это пластик. А почему ты постучал? Она не пройдет, кстати, пройдет? Пройдет, я ж пронес один. Ну давай. Несем вместе. Ну, у тебя опыт есть. Со всеми твоими. Пошел. Нет, ты объясни, почему не подогнать взвод, ну не взвод там. Ну там, он десяток, предположим. Чтобы не на своем горбу. Вот, таскать. Ну, Максим, это долго объяснять. Если я скажу свои принципы, так, то это получится некрасиво. Я еще не. Я всегда уважал людей. Что он пришел, молодой солдатик, все это служит. Вот. И вот он будет не таскать и так далее. Другое дело, ну, пришли, помогли и так далее. Не таскать. Вот, он, например, будет помогать, вот, например, руководящему начальству перебраться в это самое. Это самое. Когда бабуля должна приехать была с Мариной в Козельск, так, из Калинина. Так, пришел секретарь комсомольской организации полка, старший лейтенант Данилкин, Володя Данилкин, так, и говорит, Михаил Александрович, езжайте на площадку, не волнуйтесь. Нина Яковлевна приедет, здесь полы будут покрашены, все будет стоять, постели, ну, все окей, будет так далее. Красил полы? Вот. Ну, он взял своих комсомольцев, они, наверное, сделали все это такое. Действительно, когда я приехал, все готово, все. Я поехал в Сухиничи, привез эту самую Нину, все это, и все было нормально. Все на земле ходят, все одинаковые люди, Максим. Все зависит от обстановки, от ситуации. Вот. А выламываться, выкобеливаться – это последнее дело. Сегодня ты начальник, а завтра ты никто. Вот если вот взглянуть, так сказать, в прошлое, да, вот делал ли ты самое что-то, что как бы, что хотел, что как бы ты считал нужным? Я всегда делал то, что я считал нужным, увязывая
это со своей службы. Я не шел наперекор того, чего не надо было делать, или того, чего я считал, что это будет непорядочно. Вот все, что я могу сказать по этому вопросу. А кем ты себя чувствовал, ощущал? Там, скажем, хозяином жизни, положения, вот, подчиненным солдатам, человеком, дающим приказы и выполняющим их? Просто я бы ответил так, что мне это все было очень интересно. А коль у меня был интерес, так, то, вероятно, я чувствовал себя, ну, какой-то достойной единицей в этом звене. Но сказать, что я хозяин положения, нет. Но дело в том, что все зависело именно от слаженности, от работы слаженного коллектива. Мы могли все вместе погибнуть, мы могли получить отличные оценки и похвалу за то, что все удачно сделали. Поэтому, когда я совершал свою работу по специальности, я чувствовал себя хозяином положения. Отдающим приказы, вот, и выполняющим их. Одновременно выполняющим приказы и отдающим приказы. Угу. А у себя дома? Ну, дома я был муж, отец и все. Вот. Ты написал книгу, да, довольно-таки самое толстое, которую я, к сожалению, прочел всего-навсего один раз давно, и вот до съемки этого фильма еще раз нужные мне моменты пролистал. В одном из этих моментов написано следующее. Глава, название главы. Ниночка, в кавычки, да? Ниночка-глава семьи. Есть такая глава? Ну, тебе потом покажу, если захочешь. Вот, правильно? Есть момент такой, есть. Поверь мне. Вот. А как же самый большой командир, генеральская должность? Не очень понимаю. Нет, так тут все понятно. Мне нет. В армии я командовал. Так? А? Подчиненными. А дома генералом была Нина Яковлевна. Она была командиром. Она знала, где, чего и как, когда и так далее. В ее распоряжении все, вплоть до дочери. Так что у нас распределены были функции. Каждый командовал на своем участке. Да. У каждого есть недостатки. И Нина не лучше других. Но ее недостатки ничтожны. И я не страдаю от них. Я с ними отлично свыкся. Я с ними жился вполне. Точь-в-точь, как мои собственные, они незаметны мне. И явись, молодая принцесса, богаче всех и знатней, и скажи, что заменит мне Нину, не останусь я с Ниной моей. Это кто написал? Это я написал. Когда? Это было, наверное, лет через 5 после того, как мы поженились. Вот это хорошая, большая, она тоже. Так, что мы на резину ставили. Ого! Вот эту надо. Дюнечки. Еще мне очень нравится, как они там в лесу идут. Обе. Одна за другой. Нет, это, наверное, не здесь. Первый класс. Максим пошел.
фотографии, но носки видны твои, ну, смотри. А, можно вот так пальцы вроде как закрыть. Вот, в Якутии. Первый счастливый момент – это была наша свадьба. Uh-huh. Это второй рождение дочки. Вот. Ну, потом… Совсем похоже. Счастливый момент, может быть, действительно рождение дочки. Счастливый момент было наше устройство, переезд. Это же было не просто и получение все. Каждого звания тоже приятные воспоминания. Что это за звание? И это самое… Вот переезд, новое место. Счастливый момент было устройство на работу. Сначала было счастливый момент окончания института, а потом уже устройство на работу. Слушай, вся жизнь, было очень интересно. У тебя вся жизнь счастливый момент. Вся жизнь сплошное счастье. Нина, так и называется. Благословляю нашу встречу, дарованную нам судьбой. Жизнь понеслась, и южный вечер горит восточной звездой. Израиль наш приют последний, земля обетованная. Здесь я, как нищий принц наследный, и ты моя желанная. В тебе мои воспоминания, вся жизнь сошлась в тебе одной. Мои надежды и желания, все это связано с тобой. Что годы, и они не властны, большое чувство заглушить. С тобой легко мне все и ясно. Какой бы ни казалась жизнь, прошли мы путь до взрослых внуков, чего морщинки уж считать. Люблю тебя, целую руки, готов тебя благословлять.